На чем вообще говорить? Да, нам открыли сезон охоты, как всегда, да, на нас. Так что, пацан, ты должен быть внимательнее. Ты должен смотреть по сторонам, сам понимать, кто твои, кто враги, кто тебя наебывает каждый день. Ты веришь в это? Каждый канал. Я хотел бы верить, но... Телек снова врет, это беспонтовый трёп, но зато вы в лёд верите, пока там кто-то воду льет. Во Владике от ОМОНа кто-то полег. В Москве в этот момент выходят звезды на лед. СМИ ебут мозги, сам пора скинь, насколько просто вас кинуть. Спи, смотри Мосфильм, пока ТВ промоет мозг твоего сына. В камуфляжной маске, в кармане с порванным паспортом, называет это терактом или как угодно, мне без разницы. На спине особенный кожаный рюкзак, он будет взорван. У меня нет пути назад, блядь. Я выбрал это сам, не буду отрицать. Верь кому хочешь, блядь, сам выбирай, пацан. Я в этом вляпался, чтобы ты открыл глаза. Быть нулями нельзя, прямо сейчас. Я хочу взорвать Белый дом. Я хочу поссать на его обломки. Люди в этой игре никто, это не кино. Я хотел бы верить, но я хочу взорвать Белый дом. Я хочу поссать на его обломки. Люди в этой игре никто, это не кино. Я хотел бы верить, но я хочу взорвать Белый дом. Я хочу поссать на его обломки. Люди в этой игре никто, это не кино. Я хотел бы верить, но